Вода настолько безудержная стихия, что никто и ничто не в силах ее остановить. А вот Карен Петросян смог. Нет, он не великий и не всемогущий. Он парень, который укрощал моря и океаны с помощью верного друга – фотокамеры. Работая инженером-судомехаником, Карен видел разное настроение у моря – и романтичное, и бунтующее. На этой первой его персональной выставке можно увидеть кадры с разных берегов. Малайзия, Сингапур, США, Америка, Мексиканский залив, Атлантический океан, Средиземное море, Красное море, Суэцкий канал. Я могу перечислять долго. Карен Петросян не понаслышке знает о море. Он не раз отправлялся в дальние плавания по роду своей профессиональной деятельности. А что же тогда для него фотография, спросите вы? В 2011 году Карен приехал в Донецк. И именно тут он серьезно увлекся художественной фотографией. Но он сумел объединить любовь к морю с любовью к фотоделу. И получилась такая выставка «Три грани моря». Работа, в первую очередь, если у меня была бы цель сделать фотографии, то они могли бы быть еще лучше. То есть, в первую очередь, я работал, а во вторую очередь, я только фотографировал. Цифра 3 в названии фотовыставки «Три грани моря» автором выбрана не случайно. Представленные тут фотографии были сделаны за 3 года странствий на 3 кораблях, 3 разными фотокамерами. Экспозицию объединяют 3 морские грани – человек, техника, природа. Тот, кто любит море во всех его проявлениях, по достоинству оценит выставку. Ведь, глядя на каждую фотографию, ты переносишься в то время и место, где было сделано фото. Выставка «Три грани моря» будет работать до 10 августа. Ника Пиманова, Александр Худалий, Первый муниципальный.